хочешь от меня, я не пойму. Пальцем покажи, что ты... Да глаза... нет, он глазами... Да я не понимаю, что ты от меня хочешь. Уайти, у тебя, кстати, напарник голопопе, ты видел? Противный. Так... Такое дело, я нечаянно купила себе игру с разными квадратиками, но не понимаю, кто какого цвета. Я ничего не вижу. А так видно? Так виднее? Смотрите, красный. Мы тут помогаем людям, работаем вообще. Вот этот Вася, например, что он тут делает? Что ты тут делаешь? На. Все. Круто. Попали. Воу! Господи, ты что? Он нам дал билетик. Лера! Женщина, есть тут что это? Лимонад так и льется. Молодцы, пацаны, хоть бы чашку подставили. Так, это у меня очки, я крутой перец, можно к вам на танцы? Воу, ребята, мы ворвались на дэнс-пати. Круто, диджей, качай музон. Какие бочки смешные, они что-то от меня хотят, Лера. А ну, ой, блин, я и музыку выключил. Лера, они меня бить собираются. Ну ты и полицейский, спасибо большое. До свидания, иди, пожалуйста, маленькая, вали. Чтоб тебя сбила машина там. Так, ладно, друзья. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Катаемся с папой на очень странном лифте в Тембре. Привет, друзья. Чем катаемся? Лишкоплей. Начинаем нашу игру, которая называется какая-то покатушки на лифте. Давайте смотреть. Floor plan. Ой, где я? Где мы? Что нажимать? Блин. Ага, видимо, туда. Так, здрасте. Куда? Нас кто-нибудь будет встречать? У нас руки, смотри, какие веселые. О, добро пожаловать в пузл. Да ну, сам ты пузл. Так, ладно, друзья. Никакие мы не пузлы и не пазлы. Да, поставь лайкосик. Ребята, у нас руки вермишельки. Так. Здравствуйте, добро пожаловать в наш первый день в нашей компании Пузл. Да какой Пузл, блин? Хватит со своим Пузлом к нам представлять. Непонятно. Он нам рассказывает, что нам нужно будет... А, мы волонтеры! И мы сейчас будем... Еее, привет, дружище! Мы сейчас будем, друзья, так, с вами выполнять какие-то задания. Обратитесь, пожалуйста, на этот столик. И что там? Пошли. Ой, кассетка. Пойдем. Кассетка. Да, кассетка. Кассетка это прикольно. Куда вставить? Как, так, сюда. Вставляем. И включаем мультик. Смешариков давай. Да, пожалуйста. Зажигаем. Или фиксиков. Мы вам представим презентацию нашей корпорации Puzzle.com. Отлично, хлопаем в ладошки. Puzzle. Нам, походу, нравится. Puzzle, ребята, это же Puzzle. Это же очень занимательно. Это наш директор. Он говорит, что продажи нашей корпорации опускаются вниз и проваливаются в днище вот этой баночки. Ну, конечно. И вы должны помогать людям, потому что задача нашей корпорации помогать всем нуждающимся, немощным, слабоумным и дистрофичным. И тогда мы сможем заработать много денег, если в нашей корпорации будет работать такой прекрасный волонтер, как вы. Мы для этого для вас приготовили кучу тренировок. И после этого мы возьмем вас на работу, а вас чмокнет в глазик вот эта замечательная лягушечка. Спасибо, спасибо, мы все поняли. Лягушечка, это, конечно, прикольно. Где выход? Поздравляем, вы приняты. Ё-моё. Спасибо, сейчас, мы ничего не поняли. Сейчас играть будем. Хлопаем в ладошки, нам все нравится, ребята. Очень круто, хлопаем. Оу. Что это, братан? Это наше рабочее место? Это пузо. Что тут у нас есть? Кнопочки. Женщина, вы кто? Нажмите, пожалуйста, лайк, если вы меня слышите. Слышим, что мы ж не глухие. Добро пожаловать в нашу корпорацию Пузл. И ваше первое задание будет помогать людям. Помогать людям, что, что мы умеем. Так, нажмите лайк для старта. Первого заводите. Ой, господи, ты что, мороженое хавал? И измазался. У меня для тебя есть важный вопросик. Давай, хорошо. Хватит хавать при мне. Ты вообще-то в офис пришел или что, или где? Помоги мне выбрать пазл. Свинья. Классный пазл. А, нажать, ага. Так. О, господи, я что-то потерял. Ты опять что-то потерял? А! Мороженое выпало. Братан, ты мороженое забыл! Ничего, вкусненько, пригодится. Он мороженое забыл. Ничего, говорит, оставь себе. А, ну, что уж, оставим мороженое. Так, ага, заводите следующего. Кто там следующий? Воу, спрячем в трусы, ладно. Так, друзья, поехали. У нас с вами здесь есть трусы для трех предметов, где мы можем хранить, кроме мороженого, еще всякие разные приколюхи. А как у нас... Запускайте The Next. Давайте, ой. Ой, здравствуйте, женщина. Здравствуйте, вы знаете, тут такое дело. Я нечаянно купила себе игру с разными квадратиками, но не понимаю, кто какого цвета. Я ничего не вижу, научите меня играть в эту игру. Ну вот синий, что непонятно. Я не вижу ничего, красный, что? Ну как вы ничего не видите? Слушай, может это... А так видно? Так виднее? Смотрите, красный.
Вы чего? Вы чего издеваетесь надо мной? Так. У меня... Вы нам вообще платить будете или что? Я вообще не понимаю. Мы тут помогаем людям, работаем вообще. Вот этот Вася, например, что он тут делает? Что ты тут делаешь вообще? Зачем ты тут находишься? Смотри, его на диване унесли. Следующий. Проходим. Мой друг сказал мне, что вы поможете найти мне моего Флаффи. Он где-то потерялся. Так, где Флаффи? Ну, вон торчит у него под кепкой. Флаффи? Ты случайно Флаффи? Слушай, давай ему его не отдавать. Он какой-то прибацанный. Он над этим Флаффи издеваться будет. Так. Мы его нашли, он почесал бороду и уехал. Оставляем Флаффи себе и шапку тоже. Женщина, вы представляете, какие к нам уникальные люди приходят? Сел на самокат и сейчас его собьет машина. Следующий! Запускайте! Мы помогаем людям, потому что наша студия добрых дел... А, она говорит выкинуть его. Флаффи, прости, прощай. Я тебя запомнила. Мужчина, вы привезли нам Флаффи? Помогите мне достать пальцы из дырок каких-то. Мужчина, вы что, вы в своем уме? Действительно, так, а ну, у нас есть, о, мороженое. А ну, помажем. На-на-на-на-на, все, доставать. Ой, шайтанама, вы развязали мне пальцы, и теперь я могу свободно ковыряться в носу и в трусах. На тебе шапку, на тебе очки, и все, вали отсюда, чтобы я тебя здесь больше не видел. Хорошо, ты еще здесь? Пуля отсюда, бегом. Следующий. А, он нам зажигалку дал. Трусы спрячем. Опа. Так, завозите следующего. Поехали. О, он, смотри, он там что-то пикает. Я не могу. Я думал, он там просто дурака валяет. Что он делает? Дурачков понабирали в корпорацию. Черти пойми, что смотри, он на небо улетел. Ой, он же у нас к нам уже приходил. Да, мы тебя помним. Ты у нас мороженое забыл. Я новое купил. И теперь в нем застряли пазлы, которыми я игрался. Ну ты и баран, слушай. Где таких людей беру? Ребята, а где здесь вообще можно уволиться? Я не хочу больше на этой работе работать. Это ужасно. Я не могу найти два кусочка пазла от моей свинюшки. Дай сюда. Да дай сюда, я тебе помогу. Вот ты бестолочь. Так, а, зажигалка. Подожгли мороженое. И достаем, кладем. Все нормально. Все собрали. Слушай, это дурдом, соседняя дверь. Ты ошибся дверью, парень. Не приходи к нам больше. И не кушай при нас мороженое. Ребята, правильно, едь туда. Следующий. Мужчина, что у вас? У меня ус отклеился. Я ищу очень подозрительного преступника. Не могли бы мне подсказать, выделили ли вы его? Так он нам только что два раза с мороженым. Два раза, я говорю, приходил. Два раза. Так, это очень плохо. Нам нужно написать отчет. И давайте начнем. Что мы должны сделать? Мы должны записать какую-то фразу или что? Все нормально, класс. Ставьте лайк. Так, нам нужно найти этого парня. У нас есть зажигалка. Может, отпечатки пальцев возьмем с нее? Или я не знаю, что. У меня кроме зажигалки ничего нету, дружище. Последняя забирает. Ну ты и полицейский. Спасибо большое. До свидания, иди, пожалуйста, маленькая. Вали, чтоб тебя сбила машина там. Так, ладно, друзья. Воу. Реально сбила. Круто! Комплит! Прошли! Поздравляем, вы прошли нашу тренировку в нашей суперсекретной лаборатории по поиску пузла. И вот как раз этот самый пузл. Вы должны найти какой-то артефакт, который находится в нашей башне. В этой башне работает страшный лифт, в который, если вы зайдете, вы больше не выйдете. Окей, на где лифт? Пошли. Так, ага. Отпечатки моих рук макаронов. Это у вас лапша яичная, все нормально. Ага, подходите. Так, заходим в лифт. Итак. Друзья, итак, мы зашли начинаются в лифт. Наши приключения в лифте. Первый этаж. Куда поедем? Ой, господи, какие же вы лупоглазенькие все. Он мне что-то хочет сказать. Такой, он мне что-то показывает. Мне что-то намекаешь? А? Нет, ну где? Что ты хочешь от меня, я не пойму. Пальцем покажи, что ты хочешь. Да нет, он глазами. Да я не понимаю, что ты от меня хочешь. Уайти, у тебя, кстати, напарник голопопе, ты видел? Противный. Так, все, это не я. На тебе билетик. Куда нам нужно идти, скажи, пожалуйста. Ой, билетик! Господи, он его съел. Он съел билетик! На тебе еще. Все, валим-валим. Побежали. Воу! Он съел наш билетик! Ребята, мы в какой-то новой... Ой. Блин, упс, я все что поломал. Что ты это делал? Извините. Извините, динозавр. Давай еще. Так, нам нужно... У него не хватает двух костей. Поджариваем. А что, сырое? Что происходит? С морозилки. С морозилки не жарится ни черта. Говорит, господи, костер нужен. Ну вы тупые тут все вообще. Я не знаю. Так, а вот одна... А, о.
Нельзя! Пальцами не трогать написано. А колесики крутить можно? Можно я покручу? Чуть-чуть, я совсем. Братан, ты бы уже жарил бы 100 раз, уже проразморозило. Что ты там стоишь, втыкаешь? Так ладно, пошли отсюда. Тут какие-то все очень странные. Здорово, привет! Что, опять галопопишь? На тебе. Так. Валим. Что там у нас есть? Что у нас в лифте? Ребята, нам нужно найти какой-то предмет. Видимо, для того, чтобы ему поджарить курочку, ему нужны какие-то спички. Ого! В туалете мы. А что мы в туалете делаем? Так главное, за дверью стена. Ты понимаешь вообще или нет? Что там, рукомойничек? Ручки помоем. Ой. Ребята, в туалете весело. Кто есть? О, бачок, а ну. Вау! Это же наш Флаффи! Ты жив, дружок! Флаффи! Мы его спасли! Господи! Так, куда? А, Флаффи. Прости. Флаффи второй раз уже не спасется. Ладно, братан, поехали на третий этаж. Что ты так Флаффи не любишь? Я не знаю, у меня... Оу, это же дэнс-пати. Ребята, мы с Валеришкой любим вечеринки. Это вечеринка петушков и курочек. А что ты, а он меня не пускает. Лера, слышишь? Братан, ты что меня не пускаешь? А что вы тут делаете? Лимонад пьете? А ну дайте лимонада мне. Ой, блин. Извините, я вам поломал весь лимонад. Ой, это мне, пожалуй, пригодится. Спрячу в трусы. Так, о, спички. Кстати, лимонад вкусный. Руки помыть можно? Нормальными. У вас это целый бочонок санитайзера 20-литровый. Сколько можно так? Берем спички. Что, зажигаются? А ну, горят, попробуем. Давай им спалим всю пати. А давай. Давай. Ладно, не спалим. Пошли, положим трусы и сходим, друзья, посмотрим, что там. Ой, смотри, там сидит. Курочки танцуют. Так, нам спички нужны были, где у нас с вами динозавр. Нам в динозавре нужно было вставить... Похлопаем в ладошки. Похлопали, ура, ой, наш, о, ё-моё. Металлодетектор обнаружил у нас в трусах какой-то рубильник, выкинем нафиг. Все, так нормально, проходить можно? Да. Так, проходим. Опять галопопишь, вредный. Валю, так, валю, пошли, валю. Побежали. Побежали. Что тут у нас? Так, бросаем. Так, а ну так, надо не попасть, потому что спичка одна. Итак, ой. Ё-моё. Руки с попой, руки макарохи. Забросили. Все, братан, жарь. Прячем в трусы. Ты будешь жарить или что? Все. Ребята. Так, и что же будет дальше? Ого. Ты голодный. Ты, наверное, с прошлого века не ел. Присел. Ребята, он заснул. Он заснул. Так, дружок, ты что-то рано откинулся. А ну тут что? А я его опять поломал, блин. Так, что ж делать с косточкой? Как ее друзья, достать? Погнали. Что тут у вас интересного? Есть еще, ага. Так, что у меня есть? На какой этаж поедем? На каком мы еще не были? Забираем нашу крутилку, она нам скорее пока. Всего пригодится. Пока, друзья, лупоглазики. Так, на какой этаж? Поехали вот сюда. Мы приехали в туалет. Здесь что-то должно быть еще в туалете. За окном стена. Поэтому... Ничего там нету. Флаффи наш утонул. Мы его смыли. Флаффи! А ну, может быть... Пойдемте на третий этаж. Что в лифте? Что в лифте есть? Картина. Вот. Картина туалета? Очень мило. Нетрогательно. Оу! Это подойдет для нашей крутилки. А ну, поворачиваем. И что, реально лифт перевернется? Не, не переворачивается что-то. А ну. Кнопка перевернулась. А ну, нажимаем. Вау! Ребята, туалет перевернулся. Так, это нормально. А как нам надо? А нам надо, чтобы у нас за окном не была стена, да? Друзья, и нам надо на дискотеку с вами найти темные очки. Так, а как нам сделать так, чтобы не была стена? Сейчас посмотрим. Попробуем. Мы уже 3 позиции попробовали. О, а ну-ка. Есть. Так. Окно у нас стало наверху, и там у нас дискотека. А вот и очки! Все, друзья, да. Теперь нас цепят. Можно идти на дискотеку. Пустят к ним танцевать. Пошли, сейчас как ворвемся с Лерой на пати. И скажем им. Вот. Здороченко, дружище, есть тут что это? Лимонад так и льется. Молодцы, пацаны, хоть бы чашку подставили. Так, это у меня очки, я крутой перец, можно к вам на танцы? Воу, ребята, мы ворвались на дэнс-пати. Круто, диджей, качай музон. Какие курочки смешные. Они что-то от меня хотят, Лера. А ну, ой, блин, я и музыку выключил. Лера, они меня бить собираются. Братаны, простите, я сейчас вставлю, как вставить диск? Я сейчас верну. Егора Крида давай. Да подождите, сейчас, вон к диджею все вопросы. У него компьютер поломался. У него, смотри, MacBook с яйцом. Так, что делать? Так. На тебе диск, лови. Ой, не добрасываться. Кстати, баллон берется, а ну. Ребята, может быть, мы с этим баллоном сможем это? А, они по-прежнему хотят музыку. Тут, короче, меня Вася не выпустит, пока я ему диск не верну. Короче, диск брать нельзя.
Вернули. Так, побежали дальше. Так, надо куда-то сваливать. Надо, друзья, проникнуть, попробовать к динозавру. Ну, классно у вас тут, пацаны. Лимонада дадите еще попить? Мне у вас тут нравится. Особенно вот тот лупоглазенький сидит там на стульчике, ножку на ножку. Так. Вот будьте вам. На каком этаже у нас динозавр? А, где у нас, друзья, два наших дружбана, которые эти... вредные. Опять? Баллон нельзя. А как я пройду? Может, им туда его зашпульнуть? Не, туда, наверное, не получится, потому что у них металлоискатель. А, я понял, слушай, у нас же этот туалет крутится. Давай его развернем. Давай развернем лифт так, давай, чтобы у нас баллон, чтобы мы могли баллон им выкинуть в окно. Точняк, сейчас так и сделаем. Ребята, мы с вами крутые шпионы. Так, заходим, вон они, открываем окошко. И скидываем прямо ему на башню баллончик. Братан, голопопы, мы помним, ты вредина там своим попой трусишь. Так, и спускаемся. И похлопаем в ладошки. На первый этаж. Че, братаны, у меня ничего нету, я чист как слеза. Это мой баллон, да, но вы никто не видели. Так, нажимаем и выпускаем газик. И что будет? Ребята, светятся. Так, отключаем сначала красненькие, зелененькие и синенькие. И забираем косточку. Yes. Так, все. Костя был, друзья, волшебный и смешной, наверное. Берем косточку. Все, динозавр. Ой. Смешной. Да ё-моё, столько играли, Костю не попал. А, вернулась. Так, еще разочек. На. Все. Yeah. Круто. Угу. Попали. Вау. Господи, ты мама. Ты чё? Он нам дал билетик. Лера. Билетик волшебный. На билетик дали. Круто. Подожди, в трусы надо спрятать. Друзья, крутяк. Кому понравилась эта игра, поддержите нас лайком. Смотрите все видео на наших каналах. Валеришка Максим Play Games. Спасибо, друзья, что вы у нас есть. Мы вас всех очень любим. Если вам понравилась эта игра, мы обязательно снимем продолжение. Напишите в комментариях. И поставьте лайк. Всем пока-пока.